На камеру что давай. Так вкусно слюни пошли, да? На вас. Три раза. Я, блядь, сейчас блился ее. Чувак, играйте сами. Ну что, у меня кровь из ушей пошла. Чувак, я намочил микрофон, клаву, мышку и все остальное. Это, без меня их развалите как-нибудь, я под тряпку прилипну. Намочил. О-хо-хо, ты наказал его, злой демон. Я просто видел, как это летело. Я тоже видел. Красиво. Прям вдоль горба, кстати. Хруст слышал такой позвоночник? Метеорит такой. Коричневый метеорит. Просто народе говно. Ой, а там кто-то есть, пацаны. Да кто это такое сказал? На руле за сейчас прицел наводится. А чё там, ВГ стримит что ли там, да? Да вот же, да. А чё они с нами не согласовали? Да я не знаю, чё за херня надо пойти. Ну, взяли там, перенесли бы на полчасика. Пойти поругать их. Алёла, как у тебя сегодня день прошёл? На работе. Нормально. А где ты работаешь, если не секрет? Он ещё и работает. Хозяином. Хозяин. У тебя рабство, что ли, своя личка? Что у меня? Рабство? Хозяин. Хозяин, здравствуйте. 20 человек. Начальник. 20 голов надо говорить. Ну, типа, да. 20 душ. А вы думали, его клумбу он сам делал? Бегут, называет. Да нет, я так понимаю, что он в строительстве работает, и там действительно у него рабы. А можно клацать и говорить? Звук направо. Нет, я не строитель. Я клацаю и смеюсь. Поехали налево, налево, налево поехали все, кроме Зукс. А этот, а в какой сфере хозяин? Направо. Рабство. Мига, ты чё там, как, брат? Нормально, красиво так. А в какой вы сфере, Алилуй? У меня поставка промышленного оборудования и долевое строительство. Ну там три фирмы. А, я понял. И ты везде начальник? Да. Это то есть твои фирмы или ты директор там? Нет, мои. А, я понял. Можно так не попадать? Слышь, подожди. Ладно, тогда тебе. Левша, стой, подожди, смотри. Долевое строительство, поставка промышленного, это самое оборудование? О чем мы мучаемся? Он соло нам укреп построит. Не вопрос. Причем базовый, давайте. Причем мало того, что мы укреп в танках построим. Ты слышал, что Булкин говорит? Не проблема, деньги давай только. Да с деньгами, Алилуй, каждый может построить. Алилуй куда-то ушел, да? Он даже в катку. Здесь, а что случилось? Алилуй, я теперь знаю, когда этот киберспорт закончится, ты меня на работу возьмешь к себе куда-нибудь кем-нибудь? А что ты умеешь делать? Я умею. Я умею аккаунт. Ну ладно, ничего не получится. Блин, заведи, пожалуйста. А мне люди верят. Это тебя еще больше работы будет, Алилуй. Ну мне такие не надо, потому что я обычно никого не кидаю. В смысле, а я не собираюсь кидать. Тебя послал, ты что, договоры кинул людей, они же тебе поверят. А вы заметили, ключевое слово было «обычно»? Я никогда никого не... «Обычно»? А Вилу, а твои подчиненные играют в танки? Что? А что играют? Подопечные твои. Подопечные. Не играют. Работяги твои. Я представил, ты хоть на работу подчиненный ку-ку. У них нет времени играть. Дядя Лилу. У них там 24 на 7 работают. А Лилу, ты в меня целился? Да, Зукс, прямо тебе. Блин, а взрослый мужчина, как это звучит, ну, так себе. Очень устрашающе. Зукс ночью сможет заснуть. Что делать? Надо психолога вызвать. Кому? Танковый психолог. В группу пишешь, Макс, help me. Аллилуйя, куда мы у тебя будем собираться с составом? Я с центра чекнул. Сюда, поехали. У нас даже, да, у нас есть лобное место, у нас есть дом теперь. Ух, как у нас все хорошо, блин. Короче, вот отсюда ЛТшки убегите, ФЦМ останетесь и Булкин у нас живи. Рулес, поехали сюда. Я посмотрел на твой танк, он настолько... Вы тут печально. Да, Була, держись. Ты живи, да. Хикси, живи. Я могу тут вообще прорашить, по идее.
Я постараюсь. ФЦМ и в атаку. Не нашел врага одного. Ну так, чисто поржать. У меня тут муха какая-то летает на руку садится. Трудятся, сломал домик. Тоже ломаю домик. А знаешь, мухи на что садятся? Да. Мухи садятся на дерьмо. Сори, вот прям грубо и в лицо. Да я шучу, ни в коем случае, ты че? Блин, не. Это не муха, кстати, ты и чехол с нее сними, там пчела сто пудов. Что? Чехол? Что? Отсыпь, Димон, а? Димон, ты че реально сидит? Да нормально, все, играем что-то. Не, ну меня, кстати, тоже мухи частенько нападают, так что это и не. Нормально. Я особенно когда на 49-ке разбился, они вообще меня окружили все. Родненький, говорят, где ж ты был все это время? Да че побеждал до этого на турнирах? Иди сюда. У нас, кстати, ХП поров. Серьезно? Это такая птичка. Ну ты кидай лилу, и будет у нас победа. Да так мне надо приехать хотя бы уже. Поехали, не там где надо. Это нужно на арте переехать. Да, это надо, да, эту кнопку нажать целую. Это комбинация. Квадрат переехал такой, фу. Это комбинация. Устал. Надо сколько, блин. Там как на инвокере надо зажать. Не, как на мипа. Немногие знают, да, что на арте играть как на инвокере. Нет, как на мипа надо, просто микро. Просто реально, кто, ребят, на арте играет, когда с дотерем будете общать, говорит, да там на арте как на инвокере. Так же. Нет, или на чене, или на мипа. Охренеть, видал, что... можно так сильно не попадать? Я стрелял, он же пуловый был. Заряд пока долетел, он уже окобякался там. А кто меня убил? Главное, ой, слышь, я даже вообще на мини-карту не смотрел. Смотри, этот. А что он сзади делает? Да он срал в кустах, походу там. Не, вы ЖХ это артовод просто. Да мне кажется, он просто там в кустиках присел. По нужде. Посрал. Да, гаданул. Просто если... А когда вышел, уже никого не осталось. Гаданул, это как на кофейной куче погадать. Не запускай. Это как на котехах гадает. На чё? Ну там это, не знаете старые приколы? Если какашка всплыла, значит вы гадаете в бассейне. Что? Ребят, всё, ребят, давайте это самое как-то. Да, приятного аппетита всем, кто кушает, но больше не будет. Да, мне особенно. А, ты тоже кушаешь? Тебя... Так мы начали. Ты не артовод. Вы сами начали. Я время. Ты всё правильно, Ини, не слушай Булкин. Чё там дальше рассказывай? Погадаешь мне? Насуженного погадаем. Не вылетим мы. Да, там если говорит кольцом, то это к свадьбе. А если две упали рядышком параллельно, то значит с вами кто-то срет. Нет, кто-то еще с вами гадает. Рядом. Сильвестр со столовой пишет. Инсайд киборг, я не верю, что... Да. И не, у тебя не слишком большая очередь. Почему как бы шутят, а не стыдно? Очередь не слишком большая у тебя? Может, нагадание? Да. Потому что Булкин. Да что-то я не распиарился. Инквизитор Мига Центр и рулёт с ними, остальные голос сюда. Этот, слышишь, ты реально можешь просто на Авито объявление подать, я думаю, тебе по-любому кто-нибудь позвонит. И не гадальщик. Видик, поехали там. А какую информацию мне собирать? Гадай на суженого. Гадай на суженого, да, кстати. Придут. Я только не знаю, что тебе там... Дим, налево реально могила, я туда больше не поеду, я умер в ноль в прошлый раз. Да мы чё в четвёром туда? Ну ладно, как хотите, чё хотите делать вообще. Получается, артоводы пока догадают. Да. Ну так-то они пока догадят, можно и гадать. Вы теперь, когда я арту в рандоме буду встречать, я буду писать ему, эй, колдун. Не, она в тебя попадает, ну и чё, нагадал? Наколдовал. Просто битва экстрасенсов. По 4 по 5 артов. Выше. Битва экстрасенсов. И тут там... Здравствуйте, арти, проходите. Аллилуйя, проходите. Кто-то... И тут выходит главный 40 тонн. Ведущий? Не, ты куда поехал? Мама! И это 40 тонн, главный маг чародей, там победитель трех сезонов. Чё?
успокойся, выдыхай. Выдыхай. Да, сначала в себя, потом выдыхаешь, а не задерживай долго. Я просто представил их в шапке волшебника. Даже шапка такая, мод был на миникарте. У Люцика такой. Ой, аж слюни пошли. Ой, слюни, сопли. Что, так вкусно, что ли? Так вкусно. На камеру что-то. Так вкусно, аж слюни пошли, да? Удалось. Три раза. Я, блядь, сейчас облился его. Чувак, играйте сами. Того что? У меня кровь из ушей. Чувак, я намочил микрофон, клаву, мышку и все остальное. Это, без меня их развалите как-нибудь, я потряпаю. Намочил. У меня там... Мочился? Вроде как бы это самый большой мальчик. А уже не то самое. А уже мочится на микрофон. Дети бжание. Опять танчкрип. И у малых, или у совсем взрослых. Ужас. Такие цветочки какие-то сделали, сами красивые. Лучше бы они сделали не лагающий сервак. Это сложно. Прикинь, они сделают не лагающий сервак, и он будет платный. Я согласен.